Павел Глоба назвал всего 5 знаков зодиака, которым до конца 2022 года повезет в лотереях. Эти знаки с легкостью побеждают в азартных играх. По словам астролога, чаще всего джекпот срывают определенные знаки зодиака, видимо, при рождении они получили от фортуны особый дар выигрывать. Перед тем, как узнать эти знаки, обязательно подпишись. И напиши мне слово «судьба» в Телеграм. И твоя жизнь начнет меняться в эту же минуту в лучшую сторону. А больше всего шансов сорвать джекпот до конца 2022 года имеют эти знаки зодиака.